поэтому у нас сегодня будет мега позитивный сюжет про что? Про гигиену! Я не знаю, что такое гигиена. Значит, что такое гигиена, ты не знаешь, мы выяснили. Нет? Сейчас будем узнавать. Оцениваю состояние полости рта с медицинской оптикой. После окрашивания индикатором налета я могу обнаружить биопленку. Отрабатываем техники чистки и возможные ошибки. Даем рекомендации по использованию электрических зубных щеток, ёршиков для чистки межзубных промежутков. Хотим, чтобы зубы вашего ребенка оставались здоровыми всегда. Удаляем биопленку с помощью инновационного аппарата Profilaxis Master. Как бегемоты открывают, Диан? Вот. Эти микроскопические частички проникают в самые труднодоступные места и точно удалят биопленку со всей поверхности эмали зуба. А еще мы называем такой порошок пыльца зубных фей. На финальной стадии провожу осмотр. Важно убедиться, что зубной налет полностью удален. Также проверяю на наличие кариеса, ведь на идеально чистых зубах его проще найти, особенно в стадии белого пятна. И на финальной стадии делаем фотопротокол. Последний снимок. Насыщаем зубы полезными минералами и витаминами. Дианочка, ты такая молодец, умничка, справилась со своей задачей. Мы тебе почистили зубы. И теперь что? Ты знаешь... Подарки. Подарки! И ты знаешь, что такое гигиена, правда? Да.